Добрый вечер. В эфире авторский телепроект на ТНТ «Онега. Точка зрения». С вами Григорий Фандиев. Сегодня мы поговорим о внеочередной сессии Петрозаводского городского совета, которая прошла на прошлой неделе. В гостях у нас политолог, преподаватель факультета политических и социальных наук Глеб Яровой. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, Григорий. Прошла внеочередная сессия городского совета, как я уже сказал. Но, наверное, самое интересное, что хотелось бы узнать зрителю, все-таки реален ли роспуск Петрозаводского городского совета? Очень много об этом говорится, разными СМИ выражаются разные точки зрения, и никто не понимает, кому это выгодно. Ну, значит, реален ли роспуск Петросовета? Реален ли самороспуск, например? Да, то есть готовы ли депутаты в сложившихся условиях в городе сегодня отказаться от своих мандатов, да, и самораспуститься, в частности? Я думаю, что никто на это не пойдет. Да? Тем более в Петросовете достаточно сложные взаимоотношения между различными группами депутатов. И договориться о том, чтобы вот прекратить собственные полномочия, да, пойти на какие-то выборы новые, я думаю, что сейчас никому это не надо. Насколько возможно сделать роспуск Петросовета под давлением общественности, я думаю, что в российской политической практике такое практически не встречается, если вообще хоть раз было. Поэтому говорить о том, что да, можно, значит, вот, какими-то авторитетными мнениями, предположим, повлиять на то, чтобы осуществить этот роспуск, даже если он возможен, скажем, по уставу города, да, и по другим нормативным документам, я думаю, что это очень маловероятно. Если не брать конспирологическую теорию, но все же, как вам кажется, кому, возможно, это выгодно, и кто, как сейчас принято говорить, раскачивает лодку, потому что все-таки недаром в том же самом университете, где вы преподаете, как раз собрано порядка 200 подписей преподавателей, авторитетных людей по обращению к депутатскому корпусу. Я так понимаю, что по поводу той конфликтной ситуации с председателем. Да. Но это да. Так или иначе все равно же тень на сам государственный орган, ну, тоже понятно. Накладывает. Ясно, что кому может быть сейчас выгодно распустить Петросовет и организовать несрочные, досрочные выборы. Да? Понятно, что это всегда может быть выгодно новой власти исполнительной, которая приходит, да, потому что любая исполнительная власть, будь то городская, республиканская там, или федеральная, какая угодно, естественно, находится в условиях, когда ей нужно согласовывать собственные интересы с интересами представительной власти, то есть там, горсовета или там, законодательного собрания. Конечно, любому мэру удобно, когда большинство в законодательном, в представительном органе занимают его сторонники. Мы прекрасно видим, как вот президент России взаимодействует с Госдумой. Да? То есть президент сказал «надо», Госдума ответила «есть». Это удобно всегда на любом уровне. Вот. Другой вопрос, то есть это могло бы выгодно быть мэру действующему и тем... Той команде, которая его вела. Ну, скажем, той команде, которая ее привела, может быть, тем людям, которые за ней или рядом с ней стоят. Ну, вот. Но сказать сегодня о том, что вот на этой волне, да, выборов мэра распустить Петросовет и объявить досрочные выборы, и, собственно, выбрать близкий мэру по духу городской парламент, я думаю, что это очень опрометчиво. Я предлагаю продолжить наш диалог, перейти непосредственно к самой сессии городского совета. Она была внеочередной, напоминаю. И первый раз на ней присутствовал вновь избранный мэр Галина Игоревна Ширшина, которая, собственно говоря, инициатором этой сессии фактически и была. Было несколько вопросов. Вопрос, связанный с золотыми парашютами, уже успевший, так сказать, нашуметь. И вопрос, связанный с вырубкой или с передачей городских лесов, рекреационных зон 13 гектаров под застройку. То есть оба эти вопроса пытались, так сказать, вернуть все назад. То есть решение предыдущей сессии, насколько я помню, 10 сентября отменить. И давайте начнем с вопроса более важного, наверное, вопроса, связанного с лесами. Все-таки 13 гектаров для Петрозаводска – это существенный урон. Ну, знаете, вот у меня нет то, что называется инсайдерской информации, то, что видно на первый взгляд. Понимаете, поставьте себя на место нового градоначальника.
Понятно, что встречают по одежке, по ней же бывает и провожают, конечно, но встречают по одежке, по первым решениям, по первым инициативам, по тому, насколько новый градоначальник или градоначальница в нашем случае способна вот, встретить те пожелания, да, которые депутатами где-то, да, где-то общественностью были высказаны, и воплотить их в жизнь. Понятно, что на ее месте, наверное, любой здравомыслящий градоначальник делал бы то же самое. Попытался бы, скажем, натянуть в этом смысле, в хорошем смысле, одеяло на себя и попытаться отменить какие-то непопулярные решения, потому что любому мэру нужна популярность. И дело тут даже не в том, что депутаты, скажем, взяли и не отменили собственного решения, на что, я так понимаю, не только у депутатов были определенные аргументы, но и, скажем, у прокуратуры. Это же нельзя просто так взять и отменить. Вот Заксобрание наше любит, да, в рамках одной сессии сначала проголосовать так, потом переголосовать. Но это в рамках одной сессии. Когда решение принято, оно в установленном порядке, значит, поддержано, да, там, вступило в силу, вот, отменить его довольно проблематично. Поэтому, на мой взгляд, это был, насколько он удачный или неудачный, но вот пиар-ход. Понятно, что было бы хорошо, если бы действительно так случилось, если бы немножечко можно было вернуться назад, и этот комплексный вопрос по 13 гектарам действительно, как предлагалось, нормально разделить, да, на участки и смотреть по каждому участку конкретно. Где-то, значит, передать, где-то оставить. То есть идея хорошая в целом, что разделить эти участки и отдельно каждый из них рассматривать. Идея была изначально хорошая, и понятно, что... И на общественных слушаниях, выступали. Которые, да, когда-то проводились, эта здравая идея звучала. Ну, вот, понятно, как у нас проводились эти общественные слушания, большинство из них. То есть это, в общем, фикция. Ну вот вопрос возникает такой, почему мэр пошел сразу на конфронтацию, хотя вот было выступление депутата Макеева, который сказал, что, в принципе, можно не отменять это решение, провести новые общественные слушания и уже на них заново поставить эти вопросы. Более того, в выступлении было отмечено, что мэр города имеет право не подписывать разрешение на строительство и не подписывать разрешение на вырубку этих лесов. У мэра были инструменты для того, чтобы не довести эти решения до плачевного конца. Они у нее и остаются, собственно говоря. Они никуда и не денутся. Вне зависимости от того, как проголосовали депутаты. Я считаю, что новоизбранному градоначальнику было важно показать, что она пытается соответствовать тем ожиданиям, которые вот к ней предъявляются общественностью. Она поставила этот вопрос. В общем, получилось так, что депутаты, конечно, в этом смысле показали себя вот... С точки зрения общественности, не с лучшей стороны. Ведь никого не волнует формальности. Могли они это сделать или не могли? Об этом разговор. То есть получается, что фактически это было связано с неким политическим пиаром. Мне кажется, что это абсолютно очевидно. То есть невозможно же действительно думать, что новый градоначальник настолько как бы еще не вошел в курс дела, что не понимает, что это решение нельзя отменить. Все прекрасно ясно. Второй вопрос связан с золотыми парашютами. Опять же, на сессии говорили о том, что золотые парашюты нужно отменять. Была широкая дискуссия, там в том числе и нелицеприятно выглядел правовой отдел, который рекомендовал сначала эти затвердить золотые парашюты, потом отменить. А на прошлой неделе также прошли общественные слушания уже по изменениям в устав по поводу этих золотых парашютов. Коротко, что вы скажете об этом? Все достаточно просто. Недавно было инициативно на республиканском уровне, до этого на федеральном уровне. Потому что, понимаешь, это как бы тенденция. Если на федеральном уровне отменяют золотые парашюты, значит, золотые парашюты нужно отменять на региональном уровне и на муниципальном уровне. Я не знаю, как с нашей страной, там достаточно богатое все-таки у нас государство, но республиканский бюджет, городской бюджет – это не как бы, я не знаю, как... скатерть-самобранка, да, где деньги там растут сами собой. Спасибо, Глеб, за интересный разговор. Напоминаю, сегодня в студии был Глеб Яровой, политолог, преподаватель факультета политических и социальных наук, а мы говорили о сессии Петрозаводского городского совета, произошедшей на прошлой неделе. На прошлой неделе состоялась сессия Петрозаводского городского совета, на которой Галина Ширшина не смогла продвинуть свои решения. И это случилось потому, что, в принципе, у мэра были все инструменты для того, чтобы остановить вырубку и передачу 13 гектаров леса застройщикам. Сегодня этот инструмент еще сохраняется. Возможно, проведение новых публичных слушаний. Будем ждать, что произойдет в ближайшее время в городе Петрозаводске. С вами была программа «Точка зрения» и я, Григорий Фандеев. Увидимся!